В Московской области семьям назначат и выплатят финансовую помощь к школе автоматически в начале августа. Таким образом, многодетной семье начислят 3000 рублей на каждого школьника. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Семье с низкими доходами, в которой воспитывают детей-инвалидов, школьного возраста выделят 13 020 рублей. Такую поддержку смогут получить лишь те, где доход на каждого члена семьи меньше 24 334 рублей 5 копеек. Если выплата автоматически не придет, то с 10 августа можно подать электронное заявление на портале госуслуг. Кроме того, семьи с низкими доходами, в которых ребенок идет в первый класс, получат подарок – рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Но при одном условии – доход здесь на каждого члена семьи должен быть менее 16 223 рублей. Если в этом году выплату еще не получали, родителю придет СМС о начислении, а рюкзак принесут на дом, заранее уточнив удобное время для вручения.